Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам, как заработать на сайте TaskPay. Помимо этого, вы также можете размещать свои задания. Соответственно, сервер уникальный в плане того, что вы можете не только зарабатывать, но еще и размещать свои задания. По дизайну мне нравится просто, но со вкусом. Второй момент, который мне нравится на этом сайте, это разные виды работ и возможности заработка. Здесь есть клики, Google отзывы, соцсети, YouTube, Telegram, капчи, регистрация без активности, регистрация с активностью, постинг, комментарий, перевод, прочее, установка приложений, серфинг. Согласитесь, огромный выбор. И если вам нужен, например, популярные, я думаю, соцсети, выбирайте. И у вас сразу фильтруются задания по этому типу. Например, рубль, да, за клик. Согласитесь, кликни, и все. Всегда здесь пишется, дается огромное время на выполнение задания. То есть, если он дается 15 минут, выпустите его, минуты. Рубль в минуту, согласитесь, неплохо. Тут вообще 10 рублей вам заплатят. 2,25, 2 рубля, полтора, 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 полтора. Фух, очень достойные задания в плане оплаты. И здесь платят реальные рубли, что важно. Не какие-то там баллы, которые нужно переводить и так далее. Здесь платят реальные деньги. Еще один момент, который здесь присутствует, это какая проверка, какая многозадачность, потом цена задания, заказчик, например, цена задания указываете от скольки, допустим, от рубля, да? Ставить, опа, и все пошли от рубля. Например, ставите до, не знаю, 10 рублей. Например, вы не хотите слишком богаты. Вот, пожалуйста, фильтрация пошла. То есть, все наглядно и просто, и самое главное, огромное количество фильтров. Также вы можете создать свое задание, указывайте фильтры, его цену, там, что нужно сделать, и выполняется. Плюс на этом сайте, во-первых, сколько заданий на проверке, потом какие доработать, завершенный арбитраж, избранный, скрытый. То есть здесь существует проверка, самое главное. И здесь, то есть сервис работает так, чтобы если задание вы создали, то его выполнили, выполнили честно. Также и по заработку. Вы, например, выполнили вот это задание, да? Чтобы не взять проверку, выполнили еще вот это, вот это, вот это. Потом, опа, прикапали эти денежки, потом эти, потом эти, потом эти. И если вы выполняете честное задание, то вам деньги приходят. Это моментально. Также здесь есть вывод средств. Также можно пополнять свой рекламный для того, чтобы размещать, соответственно, здесь свои задания. Вывести средства можно на разные... Видите, на Яндекс деньги, на Киви, на Payeer, везде разная сумма. Существует некая комиссия, везде есть комиссия. Пополнить счет вы можете с помощью Яндекса, Payeer, также с основного счета, также активировать купон можно. Это, соответственно, какие-то бонусные подарки для вас, которые выдаются, если вы будете активно и хорошо работать. И вот я как бы смотрю на этот сайт, здесь много всего есть. Действительно классный сайт. Мне нравится, что, знаете, вот такой беленький, простой, прям как по-нашему. Также еще хочу рассказать вам про партнерскую программу, которая она присутствует. Так, статистику. У меня здесь 10% я буду получать от дохода, скорее всего, от дохода. Да, и условия, давайте почитаем, что это. Работает. Угу. В зависимости от вашего рейтинга статуса вы можете забрать до 50 с рефералов первого-второго уровня, более подробно. Короче, пацаны, вам нужно просто тут работать, поднимать уровень за выполнение задания, и вы будете приглашать рефералов и получать с 50% выполнения задания. Мне нравится, что сервис не обманывает. То есть, одни люди выполняют задания, вторые люди зарабатывают. И также существует партнерская программа. Все явно, прозрачно. В нашем мире
нужны такие честные сайты, как TaskPay, которые поможет вам зарабатывать. Причем задания обновляются постоянно, и я заметил, что задания, то есть, выполняются как-то вот одинаково. То есть пополнилось, например, 100 зданий, 100 зданий выполнили. Вы регистрация очень проста, у вас Gmail, пароль там, все, как везде, ничего сложного в этом нет. Почту подтвердили, как и везде, и пошли зарабатывать свои деньги. Вот такой вот у меня получился ролик по тему, как заработать с TaskPay. Задание выполнять я не вижу смысла сейчас для видео, потому что здесь, ну, допустим, вот я нажму подписка на Telegram, да, выполнить. Вы нажимаете, да, 5352 оплачено, на проверке 440, есть проверка, есть. Вы нажимаете выполнить задание, и здесь у вас появляется, что нужно сделать. Я просто не хочу выполнять именно это задание, поэтому не буду на него кликать. Но все просто. Там будет, например, зайти по ссылке, подписаться на Telegram какой-то канал. Все. Вы выполняете задание, и там будет обычно пришлите скриншот. Вы делаете скриншот, да, например, с телефона или в компьютере скриншот, и вуаля, отправляете его сюда, и у вас проверяет задание. Отказано один, то есть из 6000 у вас отказано всего один, согласитесь, процент это даже менее 1 000 000% возможности отказа. Сайт классный, рекомендую всем пользоваться TaskPay, чтобы заработать. Всем спасибо, удачных заработков, всем пока.